Як ми вже повідомляли, сьогодні Сполучені Штати Америки мають оприлюднити новий пакет військової допомоги Україні, який включає близько 50 БМП М2 Бредлі. Фахівці Conflict Intelligence Team наголошують, що це насправді бронетранспортери. Свою позицію вони пояснюють так. В чем главное отличие БМП от бронетранспортеров? У бронетранспортеров, как правило, пулеметы на вооружении. И поэтому они не могут какой-то серьезной огневой мощью поддерживать атаку пехоты в бою. Они могут только подвозить пехоту поближе к линии боевого соприкосновения. А БМП, главное отличие, это как раз то, что у нее есть какая-то мощная пушка, и она, соответственно, может огнем поддерживать наступающую на противника пехоту. Например, у какого-нибудь БТР-70, по-моему, у него там только пулеметы. Там БТР-82, у него есть, по идее, пушка, поэтому он, по идее, не БТР, получается, а БМП. Так вот, про Брэдли, у которых пулеметы, то есть они, соответственно, не БМП, а бронетранспортеры. До этого были слухи, я их уже приводил в сводке давние, там где-то в середине декабря, что поговаривают о том, что Брэдли будут поставлять, и, в принципе, их много. Вот. И я тогда еще говорил это в контексте того, что, наверное, было бы лучше эти Брэдли отдать, например, Греции, а Греция отдала бы вот те самые БМП-1 Украине, которыми как раз таки уже умеют управлять украинские военные, и к которым они уже привыкли, там есть под них запчасти, это было бы лучше, и которые именно являются именно БМП, а не бронетранспортерами. Но, видимо, решили все равно поставить именно напрямую Украине сразу. Я так полагаю, что какое-то время уйдет на подготовку украинских военных, чтобы они умели управлять этими Брэдли, и только потом мы их увидим в Украине. Ну и плюс, конечно, надо строить дополнительные логистические цепочки в плане поставки запчастей, обслуживания для этого всего Брэдли. Кстати, именно ровно по этой причине Брэдли вывели из Сирии, потому что там была проблема с подвозом всего запчастей и обслуживания этих бронетранспортеров, поэтому их перестали там применять. Как я уже много раз говорил, любое средство механизации лучше отсутствия средства механизации.